Здравствуйте, друзья! Это очередное видео. Решил вам рассказать про три самых таких старых крана надежных. Moonbitcoin, Moondogcoin, Moonlightcoin. Все эти краны я подозреваю, что от одного админа. Поэтому все они однотипны. Быстренько про них сейчас расскажу, как на них работать. Вот. Не стал собирать информацию о домене, потому что об этих доменах, вернее, потому что нет в этом необходимости. Они платят, все у них нормально, работают давным-давно уже. Вот я открыл вам их все три. Вот смотрите, регистрируемся, значит, заходим, вот вводим сюда адрес. Харо я вам потом расскажу, что это такое, пока оно вам не надо. Просто вводите свой адрес. Вот видите, они пишут email. Это в Харо при регистрации. То есть они не дают не адрес, а указываешь просто email, на который открыт кошелек. Ну, в общем, это потом. Сейчас просто вот указываете здесь свой адрес, входите, все, система вас запоминает. И уже потом, когда будете заходить, уже этого окна не будет. Единственное, капчу надо будет ввести везде. То есть введете адрес, sign in, это войти, и капча появится. Ну, здесь, видите, здесь вообще то же самое. Тут, да, Харо нету, потому что он только для биткоина. И здесь лайткоин адрес, доккоин, не перепутайте. Вводите адреса кошельков. Как? То есть, ну, кошельки не путайте. Где у вас биткоины, доккоины? Ну, у меня уже понятно, все это открыто. Вот открою, сейчас быстренько вам покажу, как работать. Так, смотрите, я вот час 40 назад выводил. За это время вот 66 сатошек накапал. Смотрите, вот какая есть интересная фишка. Вот холла, про которую я вам рассказывал. Ее можно включить. Вот, допустим, от США нажать. Вот смотрите, что у нас получится. Сколько они платят американцы. Оп, 224. Видите? Был бы я американец, я бы сейчас вывел 224 за час 40, да? Но так как я русский, холлу использовать они запретили. Всего 66, видите, какая? Холла уже на этих сайтах не работает. Все, они, к сожалению, запретили. VPN, прокси. Сейчас будет всплывающее окно только здесь почему-то. Хотя нет. А, да, будет, наверное. Нет, нету. Но если будет всплывающее окно, поп-ап, это вот нажмете на кнопочку, и у вас откроется принудительно окошечко там, другое. Не обращайте внимания. Вообще, кто работает на кранах, должны привыкнуть к такому явлению. Поэтому не обращайте сильно внимания на это. Вот бонусы. Это вот сколько у меня было на счету. 45 дней подряд я уже захожу. Это вот бонус лояльности. Каждый день он будет плюс 1% он прибавляться. Я доходил до 100 много раз. И много раз я забывал там зайти, и у меня скидывалось на 0. Вот. Это вот реферальный бонус, у меня есть один реферал. Это вот случайный бонус. Тут цифра может быть любая. Видите, нет информации про него, то есть он абсолютно такой. Вот. Здесь вот сколько, вот видите, таблица по времени. Вот за 5 минут 10 сатошек они начисляют. Ну, в общем, можете вот посмотреть, кому интересно. Мы же не будем. Вот, пойдем сюда. Пойдем сюда. Так. Вот, 1.42, да? Давайте посмотрим, сколько они дают другим господам. $1.42, да, вы помните, было? Вот 2.98, два раза больше. Видите? Пожалуйста.
В России живут люди третьего мира, да, по их мнению. По мнению админов вот этих сайтов. Ну, ладно, бог с ними. Я думаю, что наши когда-нибудь найдут способ обойти вот это вот запрет их использования прокси. Ну тут вот видите, все то же самое. Вот. Тут уже вот случайный бонус, видите, 4%. То есть, ну, цифра может быть там какой угодно. Ну и тут все то же самое, вот это Litosh. Вот, даже 10 тысяч еще не накапало, ну, бог с ним, давайте выведем. У меня вот капча от Гугла не срабатывает. Но если вот у вас работает, там нажмете на картинки. То есть у меня вот видите, сразу галочка ставится. А у вас может открыться окошко такое с картинкой. Там нажмете хлеб, там какие-то там дорожные знаки нажмете. Ну, я еще много раз буду показывать. И антибот вам расскажу скоро, что это такое, как работать. Потому что часто попадается этот антибот, стал попадаться. Раньше столько не было их. Ну и все, вот, выводим. Вот, видите, 1% вообще. Вот столько мне перевели на баланс они. Это вот сумма. Все сложено. И вот на баланс 13 тысяч. Ну, вот такие, в общем, сайты. Ничего сложного, ничего. Работайте. Заходите каждый день. Может, дойдете до 100, тогда хоть какая-то там будет у вас. Будет ощутимо. А так, конечно. Конечно, пока. Вот видите, тоже тут таблица. Вот. Кто знает, как вот Холлы, видите, не работает. Я вам уже вот говорил про это. То есть, вот ее включаешь, нажимаешь кнопочку «Вывести», они пишут, появляется такая красная надпись, они пишут «Извините, но мы в связи с мошенничеством, там, с выросшим уровнем мошенничества, мы запретили использование VPN, прокси и браузера Tor». Кто знает, как решается проблема, буду очень благодарен, если напишите в комментариях или на почту. Вот, если вдруг что забыл, может, про что-то забыл, заходите на сайт, там есть тоже текстовое описание, вот, обзор тоже этих трех сайтов. Все, читайте, да и вообще заходите на сайт, там много интересного другого, про что я там видео не снимаю. Вот, поэтому можете зайти, я вот вам сейчас покажу, кстати, я сделал вот сайт мой, вот сделал страничку, как и обещал, по-моему, в позапрошлом видео или в прошлом, вот сделал страничку, видите, сюда добавляю потихонечку ссылочки. Это, конечно же, тут не все, тут, наверное, даже и 10% нет, но у меня просто нет времени очень долго сидеть, у меня еще семья, работа основная, поэтому я добавляю, буду постоянно добавлять, следите за обновлениями, вот страничка здесь, вот следите за публикациями, публикации интересные. Ну и все, на этом видео буду заканчивать, всего доброго, спасибо, что посмотрели. До свидания.